Вы меня спросите, что это было? Я вам отвечу. Вот она связь, дорогие друзья. Рад приветствовать вас с новой серии по Гаррис Моду. Сегодня я буду притворяться экстрасенсом и троллить игроков. Ну и также, братик, обязательно прожми свой смачный лайк и подпишись на канал. Ну и давайте начнем. Я как раз таки сижу сейчас на базе около костра. Казалось бы, все хорошо, но сюда пришел чертов экстрасенс, который сейчас будет предвещать всем смерть. Ну или же счастье. Давайте начнем с этого чувачка, который сидит прямо рядом со мной. А ты в курсе, что ты завтра умрешь? Чего, блядь? Не надо. Ну так получится, Томас. Давайте сразу найдем могилку, я не знаю, где тебя похороним. Можно мясо? Ну давай, чтобы нет. Пошлите искать Томасу могилу. Давай здесь прям. Ты уверен? Можешь в палатку тебя, нет? Да, давай вот сюда. А почему в палатку? А, ну тут, да. Вот прямо тут тебя похороним, чтобы дырку закрывал. А тут тебя, короче, похороним. Каратан, ты тоже хочешь могилку? Ты, кстати, тоже завтра умрешь? И... это точно. Вот, а ты не хочешь? Я буду жить. Я это чувствую, я буду жить. А вы знали, что я экстрасенс? Вы знали об этом? Ну да. Вот Кит Фиста целовался со сосок Этана, я видел. Видел в предвидении. Я видел предвидение, мне пришли духи и сказали об этом. То, что завтра умрет Томас, Китвиста целовался со сосок Этана, а вы двое умрете под завалом камней. Впрочем, это уже совсем другая история. Вы сегодня умрете. Мы знаем. А вот этот парень будет очень долго жить. Вот этот парень будет очень долго жить. Ладно, я шучу, он умрет очень быстро. И мучительно. Да, и мучительно. Нет, мы идем кататься. Флауэр, я предвижу, что мы разобьемся. Ты уверен в этом? Меня освобождают нормально. Да, давай, взламывай, мазфака. Флауэр, нет, мы не идем кататься, мы же разобьемся. Нет, Флауэр. Блин, меня взяли какую-то хрень, смотрите. Блин, нет, у меня в предвидении видится, что это плохие эти самые. Бей его, бей его. Да что ты, черт побери, такой? Несешь. Что ты скажешь, пересмерть? Ой, ребята, что-то так мне не нравится. Ой, что-то он мне не нравится. А почему он прямо на меня едет, малфака? Чувак, нет, мы же друзья с тобой. Ярик, блядь! Ярик! Куда поехал, Ярик? Куда Ярик поехал? А, он там уже одного задавил. Ну а пока тот Ярик ездит на своей колымашке, шаман Ота сосредотачивается с внешним миром и уже предвидивает крушение канцлера Палпатина. Ну а если быть точным, Ота снова во главе всего республики, и она будет жить хорошо. Ребята, я, короче, угнал у них эту машинку. Мы сейчас с вами поедем на базу, хотя нам говорили, что на базу нельзя, но я думаю, ничего страшного не будет. Надеюсь, мне не дадут бан, варн, кик и так далее. А еще страшнее пермач. Но это не точно. И все будет хорошо, потому что сейчас я должен сделать много-много предвидений, потому что я уже слился с духами, и меня просто разрывает на части от такого количества информации. Гонщик нелегальный едет на всей скорости профессиональной. Братан, нет! Где мой ТХ-130? Нет! Пожалуйста, а может не надо? Надеюсь, он помилует бедняга Гота и не будет меня варнить, банить и бить. Ну ладно, будем добираться пешком, правда, я не знаю, получится у нас или нет, но не знаю. Ота, ты где, скажи? Я не знаю, где я сам, но тут я вижу много растений и всего такого. Блин, я сам не знаю, где, ребят, на самом деле. Тут много растений. Но вообще, это Филуция, по идее, по растениям, по камням и так далее. Блин, ладно, давайте пешком добежим до базы. Если меня убьют, не удивляйтесь. А если я выживу, можете тоже удивиться. A few moments later. Это только кажется невероятным. Вы меня спросите, что это было? Я вам отвечу. Я хуй знаю, блядь. Вот, а ты где? Я на базе. Меня убила какая-то красная фигня. Помогите мне, пожожда. Пожожда! Вот, а там нельзя нам быть. Я на нашей базе в лесу. Я на нашей базе в лесу, которая состоит из каких-то камней, мать вашу. Вы серьезно, какие-то камни? День охоты на Ота официально открыта.
День охоты на оты? What the fuck? Духи, духи, помогите, пожалуйста, духи. Нет. Нет, ТХ. ТХ, ТХ, меня... Я не знаю, куда он пропал. Он исчез, просто испарился щелчком пальца. Так, вот вы, да? Идем на медосмотр. Какой медосмотр? Я там уже сколько раз бывал. О, ребят, призрак. Ставьте лайк, если помните, откуда этот призрак был. Остановитесь. У меня в штрафбат, да, ну все, да, духи, духи не пожалеют вас за такие слова, конечно. Я уже предвижу, как вы все здесь. О, вот, видите, вот, это гнев духов. Это все гнев духов. I believe I can fly. Куда? Куда я... О, мать вашу, что здесь происходит? А ты видишь духов, да? Видишь духов? Они пришли за вами, по вашу душу. За то, что вы требуете ТХ-130, который забрали они в качестве искупления ваших вин, в качестве искупления ваших грехов. Я предвижу это, Флауэр. Вот, видите, это все духи, Флауэр. Заканчивайте с этим, пока не поздно. Духи, помогите, пожалуйста, а? Ну, пожалуйста. Флауэр, лучше освободи меня, может, разойдемся как-нибудь. Я тебя там погадаю на руках, не знаю. Егор штрафбат. Приказ как инстинкта, я форму помогу выдать. Эх, ребята, ну вот и закончилась карьера экстрасенса Отто. В комнату его закрыть, тут духи. Они реально верят в духов? На самом деле я просто шарлатан, ну ладно, духи так духи. Добро пожаловать в новый дом. А, какой новый дом? Меня тут духи развязывают. Или может это ты даже развязываешь, братан, я не знаю. Побудешь здесь? Когда, наконец-то, поймешь, что не надо так поступать, тебя выпустят. Поэтому, вон, Флобер, сидел 3 дня в штрафбате, смотри, какой стал отличным бойцом. Блядь, нахуй, сколько можно же сидеть в этом тюрьме ебаным, а, блядь, нахуй. Когда мне, блядь, отпустят, заебал, нахуй. Все, крест на тебе. Какой крест? На мне плюсик, галочка, зеленый свет, старт. Все, пойдем позже, все. Ну идите отсюда, я один тут помедитирую. И ты тоже иди, красная эрор, иди тоже. Я тоже хоть и красный эрор, но мы с тобой слишком разные. Мы, понимаешь, мы не для друг друга сделаны. Все, иди давай с ними. Что ж, братик, надеюсь, тебе понравился ролик и ты уже подписался на канал. Ведь у меня есть маленькая мечта в 5000 подписчиков. Надеюсь, ты мне поможешь ее достигнуть. Заранее тебе огромное спасибо. Ну и поставь, пожалуйста, свой смачный лайк, ведь мне будет очень приятно, а тебе не сложно. А с тобой был Отто, пока.